Новые расы, варвары, сфинксы и оборотни – вот они, герои книг писательницы-фантаста Елены Микешкиной-Абдулиной, пишущей под псевдонимом Ясмина Сапфир. Елена окончила Казанский федеральный университет факультета физики, является кандидатом технических наук и доцентом кафедры физики КНИТУ КХТИ. Мне нравится, когда люди действительно начинают понимать, там подходят и говорят: «Вы знаете, вот мы начали понимать физику на ваших занятиях». Вот. Я очень люблю. И очень люблю писательство. И, пожалуй, вот это две вещи, которые для меня равнозначны. Но совмещать, конечно, тяжело. Свои мысли будущая писательница начала выражать на тематических интернет-форумах, писала так называемые фанфики. Затем Елена начала изучать множество книг по сценарному мастерству. В книгах Ясмины Сапфир всегда несколько сюжетных линий и идей. Для писательницы очень важно, чтобы слово правильно воздействовало на читателя. Своим эталоном в литературном мире считает мастера Маргариту Булгакова. Я обожаю то, как он работает со словом. И у него вот некоторые книги можно просто перечитывать, даже если ты читал, уже знаешь этот сюжет наизусть, перечитывать, просто наслаждаясь тем, как он складывает слова. На вопрос, почему именно фантастика, Елена отвечает просто. Фантастике известные всем вещи можно преподнести совсем по-новому. Зачастую события из реальной жизни писательница переносила на фантастическое полотно. Ксения Сурова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.